этом году произошло два, на мой взгляд, знаковых события, которые будут определять развитие рынка складов класса А в Казани. Помимо той сделки, о которой Елена сказала, долгие годы на рынке складском не было столь крупных контрактов, да, и объем инвестиций оценивается до 1,5 миллиарда рублей. В этот комплекс я имею в виду Акус Девелопмент для компании Дорадо. Поэтому это, ну, такой большой успех для рынка, и, наверное, таких масштабов во всех остальных сегментах, за исключением жилой недвижимости, в принципе, нет. Вторая хорошая новость для рынка заключается в том, что оба давно существующих объекта класса А, это Благопарк Виктау и Кью-парк, оба выходят из той сложной ситуации, в которой они были по-своему сложной. Разные были причины, но мы с вами знаем, что оба эти комплекса были в банкротстве, и буквально на днях Внешэкономбанк заявил о том, что принимает на свой баланс комплекс Виктау. На наш взгляд, это позитивная новость. Это означает, что банк будет принимать уже далее решение о формате управления, возможно, о развитии, восстановлении этого комплекса, с учетом того, что первоначально заявляющиеся объемы кратно превышают, для этого комплекса кратно превышают те цифры, которые мы сегодня имеем по площадям. А второй объект, Кью-парк, который тоже находился в банкротстве, была сложная ситуация и спор разных групп влияния о том, кому все-таки этот объект принадлежит. На сегодняшний день споры закончены. Объект вернулся к ирландскому банку, который, собственно говоря, и был изначально финансовым партнером развития этого проекта. Поэтому, на наш взгляд, тоже есть надежда, что более стабильно будет себя вести и тот, и та, и другая управляющая компания, и, соответственно, есть надежда на перспективу, наверное, не 17, но 18-19 годов строительство следующих очередей в обоих этих индустриальных, в обоих этих складских комплексах, при условии, что рынок будет оказывать положительную динамику. Что касается складов менее качественных, это класс B и C, то здесь каких-то серьезных изменений не отмечается, они имеют достаточно хорошую заполняемость, традиционные клиенты, и каких-то серьезных изменений мы здесь пока не прогнозируем. Что касается промышленной недвижимости, то здесь, на мой взгляд, такой, ну, положительный тренд, он закрепился. Мы отмечали это и в 2015 году, что много компаний заявили о расширении арендуемых площадей, о строительстве новых объектов. И, естественно, это подстегивает спрос. Помимо традиционных индустриальных парков, это Химград и М7, которые в Казани представлены. В прошлом году о создании заявил Казанский завод синтетического каучука со своим парком «Казанский силикон». Но и в этом году продолжает активное развитие такие мини- и микроформаты парков, так называемые площадки муниципального уровня, которых в Казани сегодня уже более 5, и этот процесс не останавливается. Это, как правило, бывшие такие производственные базы советского периода, которые сегодня представляют своим резидентам услуги нового формата, нового уровня. Это качественные объекты, как правило, с серьезными вложениями и с вновь построенными зданиями для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому этот сегмент тоже активно развивается, он пользуется поддержкой государства. Мы видим, что производственные компании, может быть, не все чувствуют себя хорошо, но те, кто использует вот эту сложную экономическую ситуацию на российском рынке для своего развития, видят окно возможностей, они активно расширяют производственные мощности и запускают новые производства. Ну и последний, наверное, фактор – это достаточно высокий интерес зарубежных компаний к сегменту производственному на казанском рынке. И здесь, на наш взгляд, стабилизация отношений с Турецкой Республикой будет способствовать тому, что турецкий бизнес, на мой взгляд, постарается использовать те экономические преимущества, которые вследствие девальвации рубля сегодня есть в России. Но и при этом мы отмечаем высокий интерес со стороны производителей стран Западной Европы к локализации производства Республики Татарстан, к выходу на те рынки, на которых они традиционно были представлены импортной продукцией. Поэтому, наверное, вот это основные тренды, которые мы сегодня видим, и довольно позитивно оцениваем развитие рынка индустриальной и складской, и промышленной недвижимости. Видим в нем перспективы. Мы считаем, что в 2017 году он продолжит поступать на развитие без каких-то, наверное, крупных успехов, но с постепенным наращиванием объема. Спасибо большое.
Спасибо, Айт Мансурович. А если говорить про какие-то конкретные площадки в рамках Республики Татарстан, я правильно понимаю, что основным драйвером является по-прежнему Алабуга? Да, конечно, с Алабугой невозможно соревноваться с точки зрения объема привлеченных инвестиций частных. И я думаю, что еще на долгие годы тренд и вот этот объем, который Алабуга составляет в индустриальной недвижимости, будет развиваться. Здесь важно отметить, что особая экономическая зона Алабуга, изначально предоставляя гринфилд площадку, соответственно, земельные участки для застройки резидентов, сегодня идет в менее крупный формат, предоставляет готовые помещения, которые уже построены как самой особой экономической зоной Алабуга, так и у партнера, например, компания «Атмос Девелопмент», представляет в аренду для организации небольших производств. Ну и мне представляется, что еще одна важная вещь в индустриальной недвижимости, это, конечно, то, что набережная Челны сегодня имеет статус территории опережающего развития. Те налоговые льготы, которые есть у ТОРов, они уникальны. Напомню, что отчисления в социальный фонд снижены там до 7,6%. Это беспрецедентные меры, да, общая ставка около 30,2%. Поэтому, на мой взгляд, промышленные предприятия будут с большой охотой идти именно в набережные Челны и работать в рамках Камского индустриального кластера.